Я на закрытии. Вот и закончилась Олимпиада. Мне дали диплом участника. Моя команда тоже получила. Мы, оказывается, на 10 месте вроде как встали. И вот такие вот дела. Все, вот я стою у КНИТУ, сзади меня КНИТУ. Вот такое большое это учебное заведение. Олимпиада была решаемая, скажу. Поэтому все прошло хорошо. Вот сегодня было закрытие, сейчас примерно 11 часов по Казанскому, по Ангарскому, примерно часа 4 уже. Все, и сейчас мы отправляемся гулять, наверное. Такие вот дела. Вот моя команда. Это те, с кем я сегодня ездил.